дорогой Владыка, мы сердечно вас благодарим за возглавление сегодняшней наших праздников литургии. И этот день для нас особенный. День праздника 30 лет уже прошло с того времени, когда в 1991 году был возвращен этот храм Русской Православной Церкви. И вот так символично, что это 30-летие совпало с воскресным днем, как знак воскресения Церкви, которое стало возможным сейчас в нашем.